Всем здравствуйте, всем привет. И сегодня у нас уроки выживания в лесу на практике. Запоминайте. Чтобы долго продержаться в лесу, прислушивайтесь к каждому кусту. Мало ли. И частенько осматривайте себя на наличие всяких гадостей. Обязательно возьмите с собой палку. В лесу можно есть все, что сладенько пахнет. А что это такое? Что это? Просто порвал. Ух ты! Что-то хрюкает. Ля, это кабаны. Кабаны это вообще падлы. Но я не знаю, по-моему, они сыкуны. Да, в натуре. Кабаны не агрессивные. Пошел на. Ух ты, ля. Шум. Не, ну это безобидный аллигатор. У бананы. Как его съесть? Эх, твою мать, что-то укусило. Не удупляю вообще. Я потерял все палки. У меня есть рюкзак или что? У меня даже рюкзак есть. Как его открыть? Тут это замок или что? Если вы считаете, что вы потерялись окончательно, вы, в принципе, можете не расстраиваться, а можете, конечно, расстраиваться. Можете начать жить в лесу, стать частью леса. Смотрите, этот гриб, это лисичка. О, да, я не сдох. Это съедобно. Надо запомнить. Хочу капибари въебать. О! Так-так, ягодки. Прям с куста жрать? Кто там хрюкает? Ну это капибары. Ну-ка стоять. Слышите? Это гремучий гнида. Вот он! Осторожно. Видите? Он готов напасть. Но мы тоже не промах. Ай! Ай, я проиграл. Ну отлично. Ну здорово. Если меня укусила змея, и я умираю. Причем очень быстро. Страница 15. Мне нужно какое-то растение, но похер. Чел, ты сдох. Понял. Все, к змеям не подходим, достали. Че вы лезете? Раз, два, три, четыре. Не, я с собой буду таскать бревна. Все, что собирается, все пригождается. Даже подсолнух. Или это не подсолнух? Тентаклес. Огромный трюфель. А, чё это? Агрессивный трюфель. Не едим. Да пошел ты на. Тупая куча чего-то. Это муравейник, что ли? Чего такой здоровый? Паук. А, нет. Это неизвестный гриб. Ладно, пора узнавать и делать записи. Достаточно известно стало. Гриб, от которого мне херово. Какой чудесный день. Мертвая жаба, посмотрите. Придуривается, что мертвая. Отвечай. Ладно, пригодится. Что мне часы говорят? Он хочет пить и немного есть. Прежде чем пить, убедитесь, что здесь не трахаются рыбки. Все, рыбки здесь не трахаются, можно пить. Не лучшего качества, она даже не высыпается. Ну а что поделать, пить-то хочется. Здорово, во мне еще и глисты. Давайте, я диснеевская принцесса, садись тебе на палец. Садись тебе на палец. Я хочу жабу. Пойдет. О, еще жаба. Красная! Ай! А, ты ядовитая! Я сдох! Сука, это из-за лягушки все. Так, вот отличная пещера, где можно затусить на время дождяк. Какого хера здесь дождь идет? Ай, что это? Укусил меня, да? Ах ты ж тварь. И что мне с этим делать? Нет, нет, нет. Я сейчас сдохну, да? Ну все, мне пизд... Из этого укуса всратого. Сука! Ну все, теперь, когда мы знаем, как все делать. Слышите? Это гремучий камень, редкий. А посмотрите, какой райский уголок. Здесь у меня будет, допустим, крафтильня. Здесь я сделаю себе костер. Здесь место для сна. Это будет столик для телевизора. На нем будет стоять телек. Я буду так садиться и смотреть. Флекс. Это сервис, где собраны популярные мировые фильмы и сериалы с озвучкой от ТВ-шоу. Все самое сочное с Netflix, Amazon, HBO, Disney, Apple и других сервисов. А также новинки фильмов, которые не выйдут в наших кинотеатрах. Быстрый выход новых серий в отличном качестве с удобным плеером, а что главное для меня, удобным приложением для Android TV. Просто офигенно, кушу. Чебурек. И смотрю. Сериальчик. На Кинофлекс. Так можешь и ты. Пройди удобную регистрацию на сайте, выбери тарифный план по душе и открой доступ к миру кино и сериалов от 150 рублей в месяц. Переходи по ссылке в описании и смотри все, что нравится. Иначе заспойлерю вам последний сезон пацанов. Нет, все потом. Ну, либо я расхотелся, конечно, да. Много хочу. Я уже умею делать мечи, зацените. Камень! Камень! Все, и получаем заточенный камень. Можем уже ковырять вот такие растения. Кто здесь умный? Я умный. Ах,
Теперь я могу наслаждаться цветой. Фу, кто ты? Понюхай, освежись. Жесть, ну ты и вонючка. Вот ты и помер, потому что вонючка. Береза? Что? Вы слышите это? Кто-то поет? А, дед. Ля, у тебя шланг! Э, стой! Я пришел на песню, отстань, дурак. Фига у тебя колбаса здоровая, стой! Смотри-ка, у тебя две волыны. Жесть, а внутри твоя колбаса? Ну и чё, счастливый? Тебя можно захавать? С тебя выпало? Жесть, мне будет что, еда теперь? Э, свинтус. Ты нормально? У меня будет целый свин на обед. Унга, 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 ванга. Ля, крабрейв. Вход в пещеру с наскальными рисунками от каких-то племен. Ну, можно пойти к ним и извиниться за то, что я убил их голого типа. Думаю, норм план. Вы посмотрите, что я нашел. А как туда спуститься? На этот уступ? Бля! Не, ну чё? Не, ну да. Не, ну окей. Выживать в лесу сложно. Это у нас ДТП. О, крюкошка. Это пригодится. Чипсы. Кстати, вот в лесу вы можете найти шоколадки, таблетки. Это очень полезная вещь. Это все собирайте. Ху! Блядь, это так не работает! Ну да. Здесь явно нужна кошка. Я же могу ее закрепить, например, за дерево и спуститься. А? Не? За край. Закрепить и спуститься. Блядь, блядь, блядь! Здесь дождь, правильно я понимаю? В пещере. Это неплохая двухкомнатная пещера. Наконец-то все удобства будут. Немного будет колоть, правда, жопу. Зато я могу похвастаться, у меня кровать из пальмы. Теперь мне нужны деревья. Ага. Так, да ломайся ты. Вы посмотрите. Видите, какое я хозяюшка? Все в дом, все в дом. Как бы и дров нарубить могу, и вон кровать из пальмы сделать. Видали? Жесть, серьезно, я спотел. Я столько не... Это что? Я скейтер первобытный. Так, теперь это говно все нужно разогреть. Берем сухую траву, вставляем ее сюда. А дальше у нас жесткая отработочка такая... О! Ладно, пойдем к этим камням. И надо запомнить, что здесь моя пещера. Я просто ищу водоем. О, я нашел водоем. Здесь живут крабики. И вообще отличное место в целом. Сучом, в общем, у меня осталось мало времени, чтобы закончить этот видос. Я, в принципе, его делаю уже в буквальном смысле на коробках. А следующий, возможно, будет даже больше, чем через месяц. Потому что вещи будут переезжать очень долго. А сейчас мне нужно допаковывать все. Остался вот только компьютер и все. Встретимся в общем далеко там это, ну то есть. Ну, пока, короче. Все. Лобики всех. Тупой, на кого ты напал? Ну и сюда.